Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс и мы на аккаунте Михалыча, ребят. И раз уж мы затронули тему по поводу, ребят, апгрейдов и новых модулей, то давайте обратим внимание на битву. Я посмотрел все, ребят, наши навыки, модули и увидел, что у меня на бите стоят, то есть есть вот такой вот модуль. Самый, наверное, первый, который я выбил, крутой, это бита, я не знаю, шипами. И теперь есть вот такая вот ручка. Жесть. Похоже на пиратское какое-то, я не знаю, оружие пиратское. Ну, вроде бы что-то похоже. Но, тем не менее, хотелось бы испытать и подобное оружие. Что оно как? Так, как же его тут перевернуть, чтобы скрин-то удачно сделать? Так. Что-то наподобие вот этого. Так, ладно. Давайте сразу же изменить, сохранить. И пошел я наискал биту. Скрафтить нельзя. Ее можно только найти, выбить. Но она, если честно, не сильно мне нравится. Несмотря на то, что там и вес, и скорость немного уменьшается. Но зато прочность... Урон, крит, шанс, это все увеличивается. И, конечно же, ребят, ну я не знаю, будем представлять себя каким-то отсталым пиратом. Представим себя в самом начале, где у нас еще нету крутых там огнестрелов. Возьмем М-ку так, чтобы перестраховаться. И выйдем на какие-то прикольные... Ну-ка, ух ты, как он агрессивно бьет. Вот шикарный удар, мне сразу нравится. И мы выезжаем куда-то, ну давайте в самую опасную... Постоянно иду в... Не знаю, куда мы идем. Мы идем всегда в дубовые. Давайте в камни. Вот мне написали, почему ты ходил в дубовые, где мы искали с ВССом Громилу. Ходили 20 локаций, так я ничего не нашел. А вот сейчас я пойду в камни опасные красные. Попробую там найти приключения на голову. Можно было бы, конечно, вообще, если... Опа! А не пойти бы нам на привал у дороги с битой. Ха-ха! Да, не знаю, смогу ли я, смогу, но аптечек я не взял. Блин, я вот не покормил собак, но тем не менее они там еще, по-моему, тянут. Да, все-таки ищейка, компаньон и охотник все-таки есть, урон от огнестрельного есть. Привал у дороги это первое, куда мы зайдем. И давайте в дубы красные зайдем. Будет как-то интереснее в дубах красных, чем, например, в камнях. Да, тем более, если даже встретится громила, я не думаю, что... Смотрите, привал у дороги с одним черепом, жесть. А что здесь может быть? Как так-то? Один череп всего? То тут три выживших. Кто может одолеть трех выживших? Я подозреваю, что я вообще могу сейчас щи получить. Ага, если все хорошо пойдет. Привет, мужик. Привет, смотри, какой я крутой. Я весь в железе. Я весь в железе. Усиленный сет все специально взял. Ну что, ну давай, давай, мало времени. У тебя мало времени. Давай, давай, быстрее, быстрее. У меня крутая бита. Сейчас я... Вальну тебя в глаз, под глаз. Лё какой, ребят. Здесь они рубятся с зомби. Я вам советую, если у вас все так же, как у меня происходит, вы просто, ребят, не трогайте этих дядей. Давайте. Бам! 36. О, кстати, это... Походу, она еще и наносит урон потом. Смотрите, они там валятся с зомби. А вы просто отдыхайте. Отдыхайте, набирайте сил. Пока эти дядьки, они вообще там поделают, что свое дело. Можно сразу лутать, но тогда они согрятся на вас. И не стоят первым к волне. То есть сейчас эта волна согрится на вас. Так, сейчас они опять туда же пойдут. Ля какие, видите, агрессивные. У них аптечки пока что там есть. Но потом они, конечно, огнестрелы выстрелят. Начинают биться в ручную рукопашечку. Вот видите, там рукопашка пошла, уже штанов у них нет. И пошло-поехало, их сейчас замочит эти зомби. Походу мне даже придется помогать им в следующей волне. Но мы этого делать не будем. Мы просто будем наслаждаться, каких зомби всех сольют. А мы заберем себе свой лут. Лут-лутец, три бита у меня круче. И броня у меня круче. Смотрите, как они там воюют. Прям вот вы... Ух ты, бита, как, бита, как отлетел зомби. Остался у нас последний из магикян. Они просто сносят ему хп. Я понимаю, что теперь настало мое время. 24 урона всего лишь. Ладно, видео про биту, поэтому 24 урона. Да. А что у нас активный скилл скажет? 36.
И что? И плюс еще урон. Так, 4 осталось. Плюс еще урон. Там, походу, какое-то кровотечение открывается или что. Вот царапаешь вот этим вот шипами, а оно там уничтожает. Интересно, сколько можно хп урон нанести? Не говорите, что еще одна волна. Нет, походу, последние. Сейчас мы их добьем. Ну, конечно, по урону она не сильно себя показывает. Такое. Скорость атаки не сильно быстрая. Так, смотрим, что выживших. Ох, гвоздей сколько. Дальше. Что ты можешь мне принести? Водички поднес мне. А вот этот что? Хм, ткань. А подожди, где бита? Один же из вас был с битой. Ну ладно, биты нет, так нет. Главное, что сейчас у нас есть возможность залутать вот этот вот чоппер. И посмотри, что в нем. Чикс, это штанишки. Кувалдометр тоже, кстати, к нему придет время. Очередь. Кувалда тоже будет напичкана грейдами. Я сейчас работаю над трубой. У меня есть модуль самый крутой на трубу. Будет труба у нас круче, чем вареные яички. Так. Ну, надежда на тебя, Чоперидзе. Я тут только кувалду нашел, а мне нужен огнестрел. Опа! Глок с модулями, ребят. Отлично. Перелить бензин. Без проблем. Сейчас я буду переливать его. Заправился бензином. Бутылочки закинул себе в чоппер. Пока что не заливаем. И так. Давайте, наверное, сейчас посетим красную дубовую локацию. Без никаких топоров. Никакого фарма мы здесь осуществлять не будем. Мы будем здесь про... Минус 9 дубовый лес. Минус 9 температура. Здесь можно реально замерзнуть. Реально, вот это прикол. Я никогда не замечал, что в дубовом лесу тоже минусовая температура. Жесть, может, теплый мех нужно было? То есть теплый меховой сет сюда одевать? Не знаю. Так, ну уже, загрузка. Ну что ж ты так-то долго? Опа. 61, ребят, 61. И это бита? Это бита, ребят, 61 урона. Нифига себе, вот это клепанул. Вот это нагнул пацана. Так, я не знаю, зачем мне это. Мне нужен режим стелса. Я сейчас в шкуре первоначального какого-то выживальщика. То есть я взял только биту. Хотя скажу вам, вот биту, зачем они делают модули на биту? Почему нет такой последовательности? Например, ты там начал играть с самого начала. Почему тебе не даются модули на ту же биту? И, например, нет возможности сложить ее там на 30 левеле, там на 40. Именно тогда, когда реально бита нам нужна. Блин, да что вы так плюетесь-то? То есть, реально, когда бита нам нужна, я не вижу вообще выбить на биту активный навык. Это, то есть, модуль, это жесть какая-то, это раз. И когда ты его, ну, например, уже выбил, потратил на это много времени, ты не будешь его делать, потому что используешь катану и мачету как минимум. Правильно, ребят? Ну, я же, наверное, так же поступлю. Использовать буду крайне редко. 36 и сколько он там еще на урончика наносит. Ну, немножечко, конечно, потеет пацан. 36 и 1, 2, 3, 4, 5. 25 урона еще от кровотечения. Прикольно. Прикольно. Мне нравится, ребят. Удар вообще вот так вот запиливается. Вот с разворота это тоже топово. Что здесь за пареньки? Почему они стоят так близко? Хорош, 80 с развертухи, ребят. Жесть, сейчас бы толстяка рубануть бы с разворота. Посмотреть, сработает ли удар вот этот с разворота именно тройным. Пройдет ли он тройным? Да ладно, шоколадный, у меня не так уж много всего. Так, давайте опасного противника, более опасного найдем себе. И, конечно же, с вертухи его рубанем. Хотя уже два толстяка у нас прошло. Не знаю, найдем ли мы еще одного такого более-менее. Нужно идти в режиме стелса, потому что токсичные толстяки, они как бы более любят. Да ладно, на тебе. И, по-моему, умирает, да? Вот должен умереть. Опа, сложился.
То есть, если обычным валишь, то не убиваешь его с одного. А вот если вот таким вот разворотником, то сразу края. Блин, вот нет толсти... Опа, толстячок. Сейчас мы его урбанем, посмотрим, какой же реальный урон вот такой вот вертухой. Чик, 108, ребят, жесть, оленя с пятнашку слепил. 108 плюс 25, ребят, жесть, почти 200 хп снес. Ё-моё, не успел, вот отбежал раньше, блин, не прошел скилл, вы видели? Времени не хватило. На, хорош, по ноге где-то. Фух, мне нравится. Бита, которая больше соточки урона запиливает, это жесть, это жесть. Нормально, нереально. Хорош, просто по затылку. Где здесь толстяки? Ай-яй-яй-яй. Товарищ, вы же не будете Мне не нужно, чтобы ты блевал на меня. Подлагала, может быть, где-то здесь еще один выживший или... Ну, громила не нужен мне. Блин, меня палят, палят, палят. Ох ты ж, ублюдочки, ребят, согрел на меня двоих. Я так мечтал их свалить со спины. Но эти плеватели нарушили мой покой. Не знаю, возможен ли сейчас будет удар с режима стелса. Вообще-то, по-моему, не будет уже возможен. Начал вонять. Ну, сейчас посмотрим. Да, наверное, уже всю локацию зачистил. Вы видите прочность? Вы эту прочность видите? Я реально одной битой зачистил всю красную локацию. Все, теперь точно уже режим стал самим доступен. Реально, ребят, прочности, если считать, что я самки свалил двух, мне кажется, вот этой прочности хватило бы, чтобы зачистить всю локацию. Пошел дуб фармить, взял с собой биту. Прикинь, одной битой развалил, размешал с грязью кучу зомби. Хатлар какой-то. Хатлар, блин. Да волчара, ты задолбал. Я выживший за тебя чуть, ну не чуть, а вообще-то пропустил. Фух, вот из-за этого подлагало. Появился, наверное, выживший на локации. Ну, я думаю, что бите можно тоже поставить неплохую оценку. Если сравнить то, что она била когда-то 20, сейчас 24, и плюс все остальное, то, что у нее есть активный, довольно-таки приятный навык, модуль, и теперь она может довольно-таки неплохо порадовать вас своим уроном, особенно в режиме стелса. Режим стелса — это бомба-ракета, это то, чем можно свалить вообще огроменно, в районе 200 хп можно свалить плюс там... То есть 100 с чем-то она сносит, плюс еще кровотечение, жестячок жестокий, да? Ну все, ребят, такой вот видос получился. Надеюсь, он заслужил на ваш лайкос. Пишите, какое оружие еще мне модулем можно апгрейдить. Так, я... Ого, пацаны, да чувствую. У меня задания нету на токсичных. Я, кстати, и рейдеров не взял зря. Может быть, были бы токсичные, довольно-таки неплохо бы повалил их. Опа, там вообще толпа бежала. Я убегаю. Вам спасибо за то, что досмотрели до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Также нажимай на колокольчик. Ну и не забывай писать комментарии. Всем удачи, всем пока. И уже увидимся в следующих видео.